Мы часто судим и обижаемся на других людей. А может ли Бог осуждать? В Матфея 44 он говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вам и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Бог простил нам очень много, порой незаслуженно много, а мы порой не можем простить какой-то мизер. Луки 11:4 сказано: «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Даже если тебя обидели, прощай. Это учение Христово. Если ты хочешь быть учеником Христа, если ты хочешь следовать за Богом и носить в себе Его Слово, то прощай. Сколько прощать? Не до 7 ли раз? До 70 раз, то есть 490 раз, а то и больше на день. Благословляю вас, друзья, на то, чтобы прощать каждый день, на то, чтобы смирять свою гордыню и становиться на самом деле смиренным человеком. Подпишитесь на телеграм-канал Султаненко, чтобы изучать Слово Божие каждый день и получать самые актуальные новости от Иисуса Христа.